Депешмот продолжает собирать фанов по всей Европе. Заглянет легендарная группа и в Украину в рамках нового мирового тура. Сегодня британцы выступают в Будапеште, всего же в графике 30 европейских городов. Деньги от продажи билетов музыканты пожертвуют на благотворительный проект «Доставку питьевой воды всем нуждающимся в мире». Концерт в Киеве состоится в июле и обещает стать самым посещаемым в Украине в 2017 году. Hello, Kiev. Привет, Киев! Привет, Украина! С вами Мартин Гор из Depeche Mode. Мы будем в Киеве летом 19 июля на НСК Олимпийский. До встречи!